В Британии рассекретили информацию о новых авиационных ракетах для истребителей F-35. Как сообщается в статье информационного агентства военные.рф, ракета предназначена для уничтожения радаров на Земле. Ракеты планируется размещать во внутренних отсеках F-35, что позволит сохранить малозаметность для самолетов. Предполагается, что при помощи нового оружия истребители смогут лишать зрения лучшие оборонительные системы мира. Речь идет о ракетах воздух-земля Spear Glide и SRAU. В марте 2016 года был подписан контракт Минобороны Великобритании с компанией-производителем МДА по адаптации этого вооружения для установки его внутри истребителя. По данным разработчика, дальность действия ракеты Spear превышает 140 км. Исходя из этих параметров, F-35 придется войти в зону действия радара С-400, что делает это оружие практически бесполезным. Над модернизацией ракет также работает совместное российско-индийское предприятие «БрамОс». Крылатые ракеты, разработанные двусторонней группой специалистов, уже сейчас способны поражать цели на расстоянии до 400 км.